Всем привет! Итак, сейчас мы будем определять шестого победителя в акции от компании Призариум и узнаем, кто станет шестым обладателем iPhone 4S. Как вы видите, в акции приняли участие, точнее, пока просто нажали «Мне нравится» 16 773 человека. Но приняли участие и рассказали друзьям только 13 033. Все они находятся на 544 страницах. Сейчас мы будем определять номер страницы, на которой находится победитель. Итак, смотрим номер страницы. Страница номер 153. Так, ищем нужную нам страницу. 153. Пока я листаю, друзья, я напоминаю вам, что не стесняйтесь поздравить победителя. Сказать ему добрые слова в комментариях под этим видео. Да, также, как вы видите, у нас акций становится больше. Сейчас параллельно идет еще 4 акции. И это все благодаря вам. Чем больше у нас посетителей, тем больше акций. Поэтому зовите своих друзей, чтобы акций было больше. В один момент мы сделаем ограничение на возможное количество участников. И тогда ваших шансов на победу станет намного больше. Все зависит только от вас. Чем больше людей, тем лучше условия для победы. Так, страница 153. Вот она. Итак, как вы видите, на этой странице 24 человека. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три строки по 8 человек каждый. Следовательно, это 24 человека. Итак, сейчас мы будем определять номер человека, ну, номер победителя на этой странице. 1 из 24. Так, 24. Смотрим. Номер 21. Победитель под номером 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Надя. Сейчас мы должны убедиться, что запись об акции с айфоном у нее на стене. Так, у нее есть акция Target Store. И да, акция об айфоне. Как видите, она участвует в нескольких наших акциях, что я советую делать и вам. Тогда вы увеличиваете свои шансы на победу. И если не айфон, то может быть какой-то другой утешительный приз. Теперь мы смотрим. Ну, очевидно, что, опять же, страница настоящая. Есть друзья, есть записи на стене, есть фотографии. Надя Шибаева становится победителем акции. И сейчас последний момент. Следующая акция с айфоном, а может быть и акции от наших спонсоров, будут проходить по другой системе. Каждый день мы будем определять одного финалиста, и по итогу, в течение всех дней, которые длится акция, мы получим определенное количество финалистов. Ну, например, акция с айфоном будет теперь длиться 10 дней. В итоге мы получим 10 финалистов. И из этих 10 в последний день мы определим реального победителя. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы вам было интересней и чтобы у вас было больше шансов. То есть, чем раньше вы нажмете, тем больше вероятности, что вы попадете в финал и, соответственно, выиграете. Друзья, желаю вам удачи. Спасибо за внимание. До свидания.